Привет-привет, друзья мои! Хочу поздравить вас всех с крещением 19 января 2020 года. Сегодня у нас крещение Господня в России. Здесь, конечно, об этом никто и не знает, кроме русских. И вот крещение. А я показываю вам, посмотрите, крещенские морозы у нас, да? А может быть, уже и тоже нет. А здесь, посмотрите, цветет мимоза. И фантастически поют птицы. С крещением вас, друзья!